В рабочую группу проекта должны войти представители министерств, ведомств и муниципальных органов власти, которые могут быть заинтересованы в реализации проекта. В Симферополе выбрали избирательную комиссию деловой игры для студентов крупнейших крымских вузов Крымской республики. Так, ну что здесь, уже прошло тропа на Крым. Утро сегодня, сейчас, в данный момент. Вот. И тропа есть. Это радио «Море» с Соленого озера, они вещают. Агитационные материалы. Итоги деловой игры подведут 15 марта. Кандидатуры лучших участников могут рекомендовать на должности помощников депутатов всех уровней. В Севастополе сегодня ожидается отключение воды. Как рассказали в пресс-службе водоканала, это связано с работами по установке домовых водомеров. Воды не будет до 16.00 на улицах генерала Хрюкина, генерала Лебедя, проспекте генерала Острякова, а также в Казачьей бухте. Эксперты назвали способ восстановить и прочитать удаленные пользователям сообщения мессенджера WhatsApp. Механизм основан на функции резервного копирования переписок, которая автоматически встроена в приложение. Вот, но не слыхать другие города Крыма. Информация от синоптиков. Спонсор прогнозы погоды магазин сантехники Nirvana.ru и салон керамической плитки Керамик Хрона Бродина 57. По данным Крымского гидрометеоцентра, на полуострове сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается, но местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 с порывами до 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха... Очень постепенно весна приближается, это радует.